2013 года в стране сократилось число конфликтов на межэтнической почве. Если 3 года назад было зафиксировано 39 случаев, то в прошлом году всего 6. По мнению экспертов, такая положительная статистика связана с активной реализацией концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызстане и эффективной работой общественных приемных по вопросам межэтнических отношений. Сегодня в столице прошел семинар-тренинг для ответственных секретарей 20 общественных приемных, созданных в 2013 году в полиэтнических районах и городах. Эмиль Досов – ответственный секретарь общественной приемной в Базаркоргонском районе. Он говорит, межэтнические отношения в районе стабильные. Появилось доверие людей друг к другу и к общественным приемным. С момента создания этих учреждений в 2013 году его сотрудники проделали и продолжают проводить огромную работу по профилактике различных конфликтов. Самое главное – нужно вовремя решить социальные вопросы. У нас это правильное и справедливое распределение земель, участков и поливной воды. Именно в этих вопросах могут возникнуть конфликты и перерасти в межэтнические, и мы стараемся сразу решать любые проблемы. В Араванском районе Ошской области, где проживает 122 тысячи человек, общественная приемная решает вопросы другого характера. По словам его секретаря Гафура Гаипова, в приграничном районе часто заключаются браки между гражданами двух стран, в связи с чем возникают проблемы с документами. У нас приграничный район и много граждан, которые приезжают из Узбекистана и Таджикистана. У них бывают проблемы с документами. Кто-то переезжает, кто-то выходит замуж за гражданина Кыргызстана, и нужно сделать паспорт. И мы решаем такие вопросы. Сегодня Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений собрало секретарей всех 20 общественных приемных, чтобы провести для них очередной 2-дневный семинар по раннему предупреждению конфликтов. Общественные приемные при Гамсумо созданы в рамках реализации концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в 2013 году. Организации стали действенным инструментом профилактики инцидентов на межэтнической почве. Секретарей отбирают через конкурс на год. Сегодня Гамсумо выдал удостоверение вновь избранным. Каждый гражданин Кыргызстана, независимо от их языка, культуры, религии и так далее, прочее, он должен гордиться тем, что он гражданин Кыргызстана. Таким образом, сегодня во многих полиэтнических районах появилась разветвленная сеть общественных приемных. В каждой из них есть специальная комиссия, состоящая из уважаемых аксакалов и религиозных деятелей. Члены комиссии и работают с местным населением при возникновении конфликтов. Ведь межэтнические отношения необходимо регулировать, а не пускать на самотек. Нургуль Саматова, Нуркамиль Асанов, Общественный первый канал.